Всем привет, друзья, с вами Дэкс, и многие просили меня, чтобы я показал вам самый лучший видос про Хэллоуин, и поэтому я это, в принципе, делаю. Обязательно поставьте прямо сейчас лайк, подпишитесь на мой канал, потому что в этом видео покажу события, которые должны быть у нас на Хэллоуин. И, естественно, информация будет дополняться, потому что пока еще плюс-минус не все известно, но вы удивитесь. Вот, смотрите видео до конца, начинаем. Ну а больше информации будет в моем инстаграм, поэтому обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании, там будет прокачка, если наберете очень много подписчиков, поэтому подписывайтесь, смотрите мои сторисы. Давайте начнем. Вот сейчас на экране будет показан фон, который по идее должен быть у нас во Free Fire. Честно не знаю, будет ли у нас точно такой же фон, потому что как будто он такой нарисованный. Но возможно, что это фон действительно у нас такой и будет. Поэтому держите себя в курсе и если что, меня вспоминайте, когда я это все показал и когда это все выйдет. Ну вот, потому что опять же напоминаю, то что все новости у меня очень топовые. Давайте посмотрим. И сейчас вы можете посмотреть на экране у себя два сета, которые я показывал вам несколько недель назад. Ну и тогда в видосе показал вам. Кстати, вот смотрите бонусная инфа, как у нас будет выглядеть новый лутбокс. Смотрите, у вас будет, видели, то есть там такие черепа, и смотрите. И дальше топовая инфа. Это у нас будет выглядеть примерно вот так самолет. Вот. Вообще весь календарь будет выглядеть примерно вот так. То есть будет очень много обменников. Обменники будут связаны с чем? С питомцем. А другой обменник будет связан с тем, то, что получается на бандану. И как их можно будет получить? То есть эти обменники черепов можно будет получить в каких-то событиях за выполнение каких-то заданий. Вот. Это в принципе все понятно, думаю. Или там за логин, за киллы и так далее. Эти вот жетончики, да, скелетики, можно обменять на вот это. Это вышло уже на зарубежке. У нас, надеюсь, то же самое будет. Ну и, скорее всего, он так и будет. И здесь можно обменять на топовую бандану. Кстати. Если видео собирает много лайков, то я сделал видос, какие будут топовые сеты. Ну, типа, может собрать с этой банданой. Вы прям сейчас напишите тайм-код, типа, go с этой банданой. Потому что реально есть очень топовый сет с этой банданой. Я это уже, в принципе, ну, прикинул. И также, что у нас должно быть, это, в принципе, новый скин. Новый скин, который я так и предполагал. И он, наверное, будет у нас в каком-то событии. Или будет выдаваться бесплатно. Давайте мы его, в принципе, и посмотрим попозже. Но вы обязательно нажмите на лайк, если вы еще не сделали. Скин будет выглядеть примерно вот так. Если он будет бесплатный, это будет просто капец. Потому что я буду вообще в шоке, если честно. Потому что, ну, неожиданно будет. Конечно, показался он вам наполовину, но я его показывал в прошлых видосах. Поэтому смотрите мои видео всегда от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. И нажмите на колокольчик. Вот так вот выглядит сам сет. Давайте посмотрим, что дальше происходит. То есть вот так еще раз вам показалось. И вот справа, кстати, написаны события, которые будут у нас. Это скалка бесплатная, по-моему. Скины, парашют. Вот вы там это все увидели. Но мы будем идти по календарю, а потом идем к халяве. Вот, смотрите календарь, что вам говорить. То, что у нас, по идее, должен быть это персонаж. Ну, скины на калаш и на М60. У нас они были. То есть это скины Дмитрия и так далее. Думаю, что каждый из вас это все знает. Вот. Также непонятно почему написано, что будет какой-то, по идее, золотой джекпот. Непонятно зачем, непонятно как, но ладно, проехали. Идем давайте дальше, посмотрим топовые события. Но, опять же, круто, что вот там было видно реально то, что будет у нас в ФФ. Будет, по идее, такое вот событие у вас на экране. Здесь будет показано два скина, плюс коса. Также вот это будет, в принципе, у нас пропуски и так далее. Но в чем прикол? В том, то, что здесь слева будет у нас показано то, что мы получаем за вход. Справа у нас написано, в принципе, событие, которое мы можем получить. Можете посмотреть то, что там написано. То, что вы можете получить скелетики, вот это вот обменники. За задание, то есть пройти 1000 метров, поиграть 15 минут, накидать 1000 дамага и так далее. Вы также сможете получить себе персонажа бесплатно с какого-то по какое-то число, я так вижу, да, там написано.
Вот, с 2.11 по 3.11, не знаю, почему так мало дней, но персонаж вот такой. Не видно у меня, как он написан, у вас на экране будет получше показан. Вот, поэтому, если вы знаете его статистику, то, скорее всего, вы красавчики. И он уже есть у нас в ПП, скорее всего. Вот, что будет дальше? Welcome Halloween Event. По идее, можно было получить бесплатно карты комнаты, да. Дальше можно было получить какие-то скины, которые были у нас когда-то на Хэллоуин. Это Халк, потом вот такой вот скин. И хэллоуинские пати. То есть это токены, за которые вы сможете обнять эти вот скины. Жесть. Посмотрите, это просто жесть. Реально. То есть вы собираете токен и обмените его на скин, который был у нас когда-то во Free Fire. Скины, как вы можете заметить, сейчас у вас на экране показано очень топово. Это типа наборчик вот такой, тыква, наборчик вот такой, дальше Халк, дальше это будет у нас скин и рюкзак, который был у нас тоже в ФФ, надеюсь это не добавит. Ну дальше это лутбокс, потом перчатка, которую можно купить, то есть эти вещи можно купить на ФФ, но их можно еще получить за жетоны. Кстати, вот это у нас это все это было. Вот. Допустим, этот скин, кстати, мы получаем сейчас бесплатно. План, какого вот выходит, да? По идее, у нас это должно быть вот сам тайный магазин, события, элитный пропуск и так далее. У вас это все на экране. Но, кстати, касаемо элитного пропуска, я вам тогда это все показывал. Но вот оружейный джекпот у нас Томпсон. И, скорее всего, у нас еще оружейный джекпот, это будет Томпсон. Но, честно, не знаю, мне кажется, что-то такая уверенность, что добавит его попозже немного. Вот. Скины, которые будут у нас в ФФ, через, скорее всего, события Хэллоуин, у вас на экране. И, по идее, вот это все то, что мы должны получить. Это скины досков, скины парашют мы получим бесплатно. Возможно, скин получим бесплатно. Маску тоже возможно. И скин... Там написано Отону, по-моему. Вот. Но это еще не все. Потому что вы на экране видели обменник и так далее, и эмоцию. Да, возможно такое-то, что у нас будет скоро эмоция бесплатно выдаваться, и это будет просто вообще жесть. Потому что на зарубежке есть события, где, в принципе, это все можно будет получить. Но вы, самое главное, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и, скорее всего, у нас эти все события, которые я вам показал, будут в Warfare, но уже на Хэллоуин. Потому что я тогда вам показал это в начале и действительно, ну, неделю назад. И это выходит. Соответственно, можно сделать вывод, что это у нас должно быть. В общем, узнаем это уже очень скоро. Обязательно запомните то, что я вам все показал. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и смотрите мои видео до конца каждый день. Увидимся в следующем видео.